же сразу, блять. Ебать. Как это тут? Неважно. Как это тут нахуй оказался, блять, сразу? Вот захотел и оказался, блять. Виталик, ну давай, пока, блять. Я машинку нашел. Я поплыл. Куда ты поплыл-то, блять? Ну он уничтожьте, блять. 400 метров. Ебать, рыба! Блять, меня какой-то еблан чуть-чуть... Он пропал, блять. Как рыбачить-то, блять? Берешь и рыбачишь, хуяришь рыбу. Вот тебе как рыбалка. Рыбачить-то, блять? Я... Вот кнопку, тебе рыбалка. Блять. Нет, кнопки, блять, просто пиздюлей нахуй. Рыбе вписываешь, и ты рыбачишь. Блять. О, пидорас. Колыхнул тут, блять. Ты, блядь, сказал гранатами, я, бля, и кинул. Ну, подожди, запись идет? Запись идет, все. О, смотри, смотри, падаль, падаль, ёбаная. А, нашел, ебать. Волкодав ёбаный. Ну-ка, пес, волкодаву ебать, перееби. Пес, побежал, волкодав. Ну-ка, пес, перееби ему. Мне интересно, сможет ли пес реально переебать ему? Ебать, он его переебет сейчас. Ну-ка. Но! Ебать! Ебать! Ты знаешь, на что способен наш ёбаный пес? Он в соло въебал волка просто в нулину, блядь. Он его нахуй загрыз, блядь. Я тут ебать рыбачу, нахуй. Ебать пес. Мега пес, я считаю. Какая кнопка рыбачить? Хуя. Короче, Q зажимаешь? Нажимаешь Е, и у тебя там удочка должна быть. Выпивка орегано, лучший охотник. Нет у меня удочки. Ну, все, блядь, значит нету. Если шо, удочку я где-то вот. Грузовик осмотрен, а когда мы его смотрели, блять? Подожди, какой нахуй грузовик осмотрен? Бля, я не помню, где-то вот здесь, что ли, я нашел. Ну охуеть, блять. Да срал я на эту. Бля! Что она, блядь, не ловится-то, блядь? Пизду эту рыбу, блядь. Думал мне точно каюк. Спасибо тебе. Я иду сжигать сектантов, нахуй. Хряк! Свинтус! Хряк, ебать, где? Я Серегу нашел. Бегу. Эй, Серега, вставай! Украинец. Серега, вставай! Нахуй украинца пинаешь? Вставай, Серега! Бля, реально украинец. Вставай, заебал ты, ебаный шашлык. Ладно, ладно. Мы не оскорбляем никакие национальности, украинцы эй, прекрасные тебя? Люди. Есть минута. У меня есть друг с Украины, его зовут Олег. Мы недавно с ним очень мило разговаривали о том, что вот он крутой, и я крутой, он мне сказал. Так что, не серчайте. А Серега вообще наш давний товарищ. Не, блядь, мы всегда рофлим с того, что он с Украины, но это нормально рофлить над карифаном. Виталик, а ты в амбар, блядь, залезал? Нет. А надо? Че? Твоем ключ искать? Да я тут, ну, Ты домой, блядь, опять нашел. Пизда Виталику. А соседку тю-тю, блядь, Зину. Подожди, а что там за навыки, чтобы больше пушек брать с собой? Хуй знает.
Или это со временем дается? О, лидер, бумер. Получив ранение, пес бумер возвращается в строй быстрее. А, во, это... Всё. Ой, блядь! Чё? Оно в последние эти... 8, да, 8 я видел. 8 слотов, ничего. Это похуйня. 8-9, блядь, стоимость. А ты как залез-то сюда? М? Ты как сюда залез-то? И хули тут мы ищем? Ай, блядь! Осы, блядь! Долбоёб! Сука! Сука, да я ж ключ искал просто, ёбаный рот, блядь. Меня бесит теория заговора Зипа, но... Если он поделится запасом взрывчатки, я готов слушать его с утра до вечера. Где тут ключ-то, блядь, найти? Ну, может, по квесту какому-нибудь надо было бы. Да хуево. Пойдем, Владис. Куда? Здесь машину найдем сначала. Пойдем. Смотри, что нашел. Ебать, ты где это нашел? Мне не дашь, да, блядь? Так она одна была. Ай, сука, жаль. У тебя огнемет есть, блядь. Не РПГ, по-моему, все честно. Блядь, Бэмбикс. Хуль ты Бэмбику собрался ебашить, что ли? Ебё, блядь. Да хуй с тобой. Это наша псина, да, гавкала? Да, наша псина бегает, ёб твою мать, у нас тут другие... Что он, блядь, гавкает? Ну, нравится ему, отъебись, собаки всегда гавкают. Так, ебать, чё нахуй, ты будешь за собакой гавкать вслед. Слышишь, нахуй? Слышишь ты, блядь? И что, блядь, твои жалкие потуги только оглушают меня, а мне поебать. Сука, я одну гранату потратил. Блять, собака бегает, блять, а где транспорт? Интересно, если я молотов тебе кину, блять. Блять, где транспорт реально? Едет, ебать, транспорт едет. Ах ты, сука! Я на опережение проверил. Ебать, медведь! Интересно. Я собак, кстати, поджег случайно. Да я понимаю, блять. Ну вон, транспорт уехал, блядь. Там, шо там? Волк, ебать, волк. О, транспорт, ебать. Где? Вон, спереди, блядь, легковушка. Смотри, забивает, придурок. Подожди, а чё это за дом? Никак не отмечается, блядь. Может, что-то интересное есть? Ну! Блядь, алюминий убитый нашел. Ебать, я кайф поймал. Там просто подкатился к челу и разъебал его. А, это, блядь, дед какой-то тут живет, блядь. Забей пит, блядь. Чё, блядь? Забей пит тут живет. Охуенно. У тебя сильная спина и быстрые ноги. О, здорово, забей пит. Я Вендел Редлер, но все зовут меня Ред. Обычно я не гружу своими проблемами всех подряд, но Дач так полегче, юноша. Блять, я забыл, что их пиздануть. У тебя достаточно. Так о чем я? Пизда, ты деда деменцию ёбнул. Ну все зовут меня Ред. Он опять по новой пиздит, все из-за тебя, придурок. А мне это слушать, блять? Ты нахуй деду хату палишь, блять? Я вижу нахуй. Блять! Я служил вместе с группой местных. Мы многое там повидали. Виталик! Если в округе случится нечто подобное, мы не останемся в стороне. Мы собрали немало... Да не, все, прогорело. Снаряги. Нормально. Назвали нашу коллекцию Фондом Свободы. Блять, какой он долгий. Это, блять, вот Ред, это отсылка на этого, что ли, блять? Побег из Шоушенка или кто, блять? Шоушенка, блять, Шоушенка. Да мне похую. И каждый хранил часть кода к замку. Ага. Выгравировали их на зажигалках.
Ага. Будь я лет на 10 помоложе. Ну заебал, ну Ред, я все понял, давай. Черт, я просто... Блять. Нет, 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 ну все, все, Ред. Можно пропустить написано. Все. Ладно, ладно. Ты нахуй! Ооо, если б сейчас все заново. Найдите зажигалки. И где? И как? Ебать! Че? Ебать до нее! Одна что ли нужна? 5 километров, блять, отсюда. Рядом машина была. Да срать, блять, машина уже есть, все, значит. Значит, доедем. Там, блять, Виталик не машиной, блять, там бы по воздуху. Смотри, чувак, у нас машина, чтобы ты понимал, машина, которая до этого была здесь стояла, была другой совсем. А по итогу это сейчас другая машина, блять. Так, подожди, давай вооруженный конвой займемся. Давай. Блять, тут опять, короче, ща. Хорош. Ну, по-моему, уже не нравится. Главное, чтобы не уебал. Ай, блядь. Переебало мне все-таки. Короче, я огнемет скину, он его нахуй. А, ебать, давай-ка ты за руль. Сынок, ебать, давай-ка ты за руль. А че так? Так у меня РПГ. А, ебать, логично. Поехал, давай. Ебать, ты куда сел, конечно. Там собаку нашу нахуй не сбил. Давай-ка. Ну ёб твою мать, ну отъедь же! Блять, какой неповоротливый хуйца! Сука, ну иди ровней! У меня, блять, хп нет, блять, я сдох, я выпал! Присаживаемся, ебать! Давай, пересаживаемся! Я, ебать, пересел уже, блять! Давай! На, ты в ту тачку хочешь? Да. Поехали, старичок. Поехали, хули нет-то, блядь. Ну как я с РПГ-то да, им задал, я въебал нахуй. О! Я освобожен. Кого держи, пригодится, давай, блядь. Слышь, а чё это у нас слева? Хуй знает, какая-то хуйня. Что за хрень, стреляют! Давай, ты сама там. Испытание пройдено, минут в совместной игре. О, волкодав ушёл. Вон, да, мы едем сейчас к грузовику. Ну, ты к грузовику едешь или у тебя зажигалка? Я хер его знает, к какому именно мы едем. Ну а там уничтожьте, блядь, грузовики ебаные. Не, я вижу то, что уничтожьте, я... Ну, едем, едем, похуй. Иди. КПС совсем плохенький. Я гражданского ебнул, ну! Мы едем прямо на противника. Давай. Столкновение лоб в лоб, блядь, неизбежно. Им пизда. Я, блядь, специально на встречку выехал, чтобы въебаться в них. Давай, давай! Блядь! Ой, ебать, это кто? Гаси нахуй передник. Ну где ты, блядь, куда вылез-то, блядь? А все, что ли, заглохло? Не, меня, блядь, перевернуло. Ось меня сейчас разъебут. Я понимаю, блядь, что тебя могут разъебать. Я упал нахуй. Через машину, блядь, выпал. А пёс поднял меня! Кайф! Остался лосовик. Как такое могло случиться? Это Америка. Это Америка. This is America, блядь. Он когда слипен. Так, ты в этой? Да.
Поехали. По 400 метров, давай. Двигай нас. Это, блядь, вообще, по-моему, стоит на месте. Да нет, за рулем какая-то хуйня. Проблема за рулем того, что ты едешь, типа... Блядь, ну ёб твою блядь. Мать, сука ебаная, нахуй ты корову-то сбил. О, блядь, ты у меня влево, нахуй, поехал и разъебал. Да, это, блядь, нормально. О, клатч! Никсон! Заедем туда потом. Заднего стреляй, блядь. Все. Выполнено. Там рядом, ебать, клатч! Никсон! Я не хочу это пропустить, блядь. Это что такое? Это клатч! Что тут, Никсон! Не, подожди, тут что-то есть. Тут рядом есть клатч! Никсон! ГС отравляет. Он толкает нас на чудовищные поступки. Я знаю, что ты чувствуешь. Знаю не понаслышке. Но я могу помочь. Я очищу тебя от грехов. Освобожу твою душу. Просто и придется помучиться, но... Ой, ты заехал. This is America. А, я чела... Я чела раздавил, но он выжил. Леону в компот. Мы получили метку. Заметка. А, блядь. Да сука. Вон, походу, приехали. Уроды. Кстати, торговля. Я собаку кинул. Блядь, бедная собака, нахуй. Собака вообще страдает больше всех. Так, магазин, блядь. Блядь, да ну нахуй! Столько шкур, блядь, и всего, а, блядь, по факту... 400... Ой, 540 голды, блядь, получить. Мне дали 710. Пиздец. Но мы за миссии много получаем. Ну, еще Far Cry Cut. А, вон задание! Там есть клатч! Никсон! Ты его запускаешь. Я его запустить не смогу. Клатч! Никсон! Поехали! 1 мая 1960-го. Клатч Никсон. Малоизвестный на тот момент каскадер из долины Холланд самовозгорелся, выполняя трюк под названием «Крещение огнем». Я в тачке сижу. А, понял. А, мы типа ебать этот? Мы типа ебать вместе, сука. А, это ты меня перехуярил? Ну и хуй с тобой. Да мне в принципе наплевать. Хули у меня движок горит, блять. Это нормально, потому что клатч Никсон! Блять. Клатч Никсон! Охуеть! Я перевернулся, блять. Клатч Никсон! Сука. Бля, не, Far Cry 5 в разы лучше идет, чем Far Cry 4 у меня. Ну, может быть, старик, но у меня... Он себя чувствует, как пьяный дед. Я не знаю, я, блядь, проходил Far Cry 4, мы покупали с Данилом. Данил в итоге деньги вернул? Вроде. А я решил, ну, нахуй надо. Типа, ебать, что-то так... Какая залупа, блядь. Вау!
И упала моя машина еще за тобой, мне понравилось. Ой, ебать, у меня Far Cry не дон докачался. Блядь, а что показывает то, что мы как будто умерли? Не, мы не умерли, просто. Все. Кайф, клатч, Никсон. О, дядя тут Сэм машина. Блядь. Я нам купил машину, кстати, кайфовую. Какую, блядь? Ну, сейчас увидишь, ёпт. Присаживайся, Владис. Сука, что ты там, блядь, ёбаный рот. Собаку не раздави, блядь. Чё по миссиям, ща? Ща поставлю. Поехали за этим, блядь, за зажигалкой ебучей. За зажигалкой? Да. Рядом с нами, 800 метров, долина Холланд, есть миссия, поехали. Поехали её разберёмся, освободите американские автомобили. Поехали туда. А, это аванпост, зачистим ща. Поехали. Ох, ёб твою мать, это маслкар ебучий, но я справлюсь. Разъебут, Владис. О, блядь. Бля, не, кстати, мне прям реально заходит Far Cry 5. Типа даже не из-за коопа, а в принципе игра охуенная. Блять, уезжай, уезжай, блять, она же бахнет сейчас. Блять, во что ты въехал? На мне похуй, я вну клатч Никсона. Да ну ёб твою, давай потом. Олень, давай, да. Олень, это нахуй. Потом. Он мешает. Пиздец. О. Да. Клатч, Никсон. Бля. Пизду тебя. Ты чё, выпал, что ли? Нет, я вылез, блядь, тут женщина, блядь, магазин, нахуй. Только что в магазине был, я пизда машине, потом. Не-не-не, магазин с оружием. Да мне похуй, я все равно покупать нихуя не буду. У меня патроны кончились, если что, факт. Такой вот интересный, у меня на МАГ-10 нихуя нет. Клатч, Никсон. Так, а чё по пистолетам, блядь? Группа захвата приближается какая-то. Иоанн приказал доставить его живым. Да за тобой, что ли? Или за мной? Блять, ко мне какой-то уебан пришел. Нихуя меня ебут! Кто? Где? Да я ебу, что ли, думаешь? А, понял. С нескольких сторон трахнули. Понял тебя. Залез, блядь, в магазин порыться. Там же за нами какая-то хуйня ехала, ясен хуй. Спаси, пожалуйста. Ща? Да я тебя не спасу, Валис. Отсюда. Да меня бы самому терси баца. Понимаю. Они очень больно делают. Меня еще и кроет, блядь. Меня накрыло, Валис. Так тебя уебало, видимо. Не, меня не уебало, меня накрыло, именно они блажью же стреляют, это вот эта хуйня.
Мы на территории Веры Сердючки. У тебя тоже загрузка пошла, да? Да. Угу. Че, галюны пойдут сейчас? Да. Отвратительная ебучая зона говна. Нет. За два черта, блядь. Достоин ли он? Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Чубанный рот. Ведь лишь тогда мы предстанем пред взором Божьим. Ой, блядь, опять этот... И пройдем через его врата. Он? Подожди. Я, ну, мы ему ебучку сломаем, если что, факт. Он не готов. Блять, утопили. Ты получишь ритуалы? Да. Нет. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Здорово, ебать. Хули нас схватили-то, пидорасы, ёбаные. Почему эти скрипты ебущие мне не нравятся? Я вообще-то самый сильный герой на Диком Западе, блядь. Какого хуя? Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. Не, нельзя. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Да. Это его дар. Мой бог, это сатана. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар. Или отринуть его. Ну все, ну вы заебали. Ну, ну хватит меня пичкать этой катсценой, ебаной. Я хочу играть в игру. ФПС мне добавьте, и тогда будет вообще заебись. Он придет к искуплению. Ну а еще поцелуйтесь, ёб твою мать. Или врата Эдема. Ты, Влад, тоже эту хуйню видишь? Да. Я рот его ебал. Пиздят и пиздят. Пиздец, как... И долгие катсцены. Я не знаю, меня, блядь, тошнит нахуй. Я хочу играть в Far Cry, блядь, а не в катсцены. Я не люблю игры, в которых, блядь, катсцены нельзя скипнуть. Ты не можно. Чё? Я могу все скипнуть катсцену. А, тогда нет, это ладно. Не хочешь скипнуть? Да мне, похуй, пусть будет. Не сомневайся. Не, просто самую первую катсцену нельзя скипнуть вообще. И меня это, блядь, бесит, вообще пиздец. Да ну все, вы заебали, ну и поймали еще. Еще срал, блядь, на вас. Еще почему, да они, нас не... почему они нас не убивают, блядь, долбоебы, я же уже. Я уже наговнил как мог вообще. Да едем хоть. В концлагерь. Если пока. Аушвиц! Прямо сразу. Видимо, нас да. Не тронут, да? Нет. Будет как хуже. Так? Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле... А не, мужики, я, сори, поебал ему, поебал это ему. Это так прекрасно. Ах вы твари. Пизды ему. Владис, так вы в одной машине, блядь. Да, все странно, да, мы же реально в одной машине, блядь. Плюс баба вот эта явно боевая, блядь. Почему нельзя ебальник-то вскрыть им? Бля, вдруг это ты сидел? Ты же тоже чернокожий, блядь. Переоделся, блядь. Нахуй. О! И не щади. Ой, ебать, твой брат, блядь. Здорово!
Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Ебать, по-мужицки. А почему именно мы, блядь? Ну так потому что... Ты нахуй. Да, потому что мы мужики, блядь. Вы помощники, удерживайте. Нет, ты ебать. А, нас на сюжетное задание, блядь, выпустили, суки. Угу. Причем нарочно, блядь. Выпустили, блядь, закинули скорее. Вообще, причем нарочно, блядь. Ну там чела въебало. Да, блядь, 30 FPS, ну что это хуйня, ну... У меня 53, ебать. Ну, блядь, ну бесит меня, это что низкий FPS, это пизда. Ебать, надымил. Конечно, блядь, помолился нахуй. Помолишься тут, блядь. Блядь. Нормально. Оно, походу, так реально должно было быть. Типа, в один момент должны были появиться, блядь, отряд ебланов, которые просто тебя бы загасили и меня одновременно. Ну, почти одновременно. Потому что я говорю, у меня зажали с нескольких сторон. Говорите с пастором, блядь, Джеромом. У нас тут бог знает, что творится. Я Джером, пастор Фолсенда. Спасибо за помощь, но это еще не все. Понял. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Я о нем знал. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Давай. Ебать, у него пушка стильная. Уверен, нам понадобится их помощь. Можно я ему ёбну разочек? Предупреждаю, тут постоянно потечет. Предупреждаю, здесь постоянно выбегают. О! Дед дробовик скинул. Где? Ты забрал? Нет. Ну-ка, где? Вот лежит у него. Во-во-во-во. Блядь, дед, давай обратно. Давай, ебать, пока. Теперь моё, блядь. Когда решил проверить, блядь, что будет, если поебало ему дать. У него дробовик. Это собака, блядь. От поебала? От поебала у него отвалилось? Ну, ебнул, у него дробовик выпал. Отлично, блядь. А, они тут уже сами все сделали. Я думал, мне конец. Спасибо, прошу. Это опять наши ребята стоят. Ебать, они тут мост подрывают, сукины дети. Ты что такое? Хватит авиаудар здесь, старик. Да, я вижу, блядь. Ебать, игра! Чё? Я упал, блядь. Ёб твою мать. У меня персонаж, блядь, начал катиться по земле, блядь, и сдох. Давай, сейчас ещё один зал подождём, блядь. О! Нормально меня прикосоёбило. Давай, вставай, заебал ты ёбаный сошлый, блядь. О, авиаудар, давай! На тот свет вместе! А, пизда, пока. А-а-а. Живёшь? Да. Живёшь пока. Ебать, опять авиаудар. Афганистан. Нет, блядь, Туркменистан, нахуй. Ну, блядь! Да, так почему ты, нельзя-то, блядь? Пешочком давай! Хуй! Птичка какая красивая, ну ладно. Не, в некоторые моменты у меня 50 FPS, блядь. В основном какая-то хуета идет. Типа 60, может быть, даже. Здорово, ебать! Реально, сукины дети, вы ещё... Здорово, ебать. Освобождаю, ёпта, Мэла Гибсона. Господи! Освобождаю. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. 2 минуты держаться. Берегись! Сигнальная ракета! Скоро они пришлют подмогу!
Ебать, еще ёбну туда. Давай. Ебать. Полетело. Еще на мост сейчас ёбну. Ебать, хорошо идет. Короче, я буду просто, блядь, мост захуячивать. Да, блядь, ебать. Как у фьюза кластер чарджа ебаный, оно мне сбивает все нахуй. Ебать, они здесь уже. Пизда нам, Виталик. Понесла. Я думал, он чуть подальше ебанет. Опа, чел умер. Ну, Виталик, теперь ты ебашь. Ща, подожди. Блять, по мне попало. Блять, Влад, меня пиздят, сука. Извиняюсь, я, блять, не успел. Влад, меня пиздят. Вставай, блять, черножопый. Давай, нахуй, обороняй меня. Давай, блять, тихо там. У меня, блять... Везде нахуй патроны кончились. Я этим мошкам накидываю. Ты что, черт, блять? Некуда бежать, сукины дети. Вертолет прилетел. А, заебись. Пока, Виталик. Давай. А, у тебя же тоже, блядь. А как, блядь? Левая кнопка мыши. Понял. Этот черт, блядь, сел. Блядь, я залез к нему. Ну спаси меня, ебаный насрать. Ты сдох. А как? Я не могу выйти уже, Влад. Блять! Я не могу выйти! Я сдаться туда зажимаю, блять, давай, нахуй, наберу, блять. Я полетел, давай, бей. Давай, блять, наберешь, нахуй. Ты пробрался туда. А что за хуйня? Подожди, а какого хуя? Я ж забрался, блять, в вертолет. Ты тебя ёбнул! А я с другой стороны даже забрался, залез и ты сдох. Ебать, а у нас собака была. Ну, собака была? Да, она бегает, ебать! Ты я только не понимаю, где она бегает, она где-то в лесу, блядь. Здорово, ебать! А, вон она, ебать, сзади бежит! Где, блядь? Сзади, слева! Блядь! Собака все это время бежала за нами! Ну нахер! Эти трусы накинулись на меня толпой! Сказали, что спасают меня. Доверься, молодцу. Да кто такой этот отец? Блять. Помогите, горит, блять, нам нахуй ебало Влада просто, блять. Но нахуй ебать, они сажают резко. Да, блять, в тот раз так же было, блять. Только я что-то сдох, блять. Сейчас, секунду. Блять, шкет, иди нахуй. Черт, блять. Че, поехали, блять. Ща, погоди. На, нахуй, спокойной ночи мне. Ну че, ты сдох, что ли? Да я наебнулся, почти. Я вон новое место охоты нашел. Да, мне похуй на него. Ну какое место охоты вообще нужно? Фармить шкуры, я... И все, блин? Да. Освободите американский автомобиль. Ой, мы рядом, блядь. Блядь! Ебать, ты там что-то наделал, сука. А, пока! Да, 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 я так же, блядь. Давай, блан, это сила просто, блядь, я считаю. Ну так ебать!
Ну так а бревна нужны, чтобы с них слетать, блядь. Правильно, блядь, поддерживаю нахуй. Да ну ёб твою мать. Блядь. Едут, блядь, оба нахуй. Распидорасило хуя. Ты же, блядь, знал, что там все нахуй. Нету нихуя. У меня была кнопка парашют. Я думал, надо было ее нажать. Ну, у меня такая кнопка нажми не светилась. Охуенно, блядь. Мне жизнь дает шанс, а тебе нет. Правда, я тоже его въебал. Ой, блядь. Ой. Иоанн Сид, блядь. Да кто ты, нахуй? Мне похуй, кто вы, блядь. Пётр, Пётр и Пётр. Я не, я не понимаю, кто они есть, блядь. Я их уже нахуй не различаю, блядь. Давай, Влад. Ебать, я в парашюте полетел. Как ты там? Понял. Я слышал, что произошло. Блядь. Тебя спас пастор Джером. Местный священник служит в Фолсенде. По крайней мере, служил, пока сектанты не нагрянули. Бля, 70 FPS, нормально. 40, блядь. Я бы поспешил в Фолсент и помог ему. Ну, до связи. Может, блядь. FPS еще? Хуяк. А что ты сделал с FPS? Что ты убрал? Я? Да. Ну я сейчас давай въебусь и потом скажу тебе. Понял. Блять, я в дереве застрял почти. У тебя графика-то нормальная до сих пор, да? Да. И что ты въебал? Какие? Я въебал окружение до среднего. Окружение до среднего. Ландшафт до низкого. Объемный туман до среднего. Все. Ландшафт до низкого. Ландшафт высоко, потому что написано, блядь. Ландшафт вообще нахуй не меняется. Я смотрел, блядь, я вглядывался в общую картинку. Блядь, вообще нахуй не меняется. Надо перезапустить игру, тогда будет. Не, я бы еще бы воду уебал бы в среднее, но вода, блядь, сложно, блядь. Ты ее сейчас уебешь в среднее, она будет очень хуевая. Пес на всех реагирует, блядь. Ты помещаешь кого-то, он такой, блядь. Вон, ебать, смотри, надо вон ту хуйню убрать сразу. Угу. Пометочку дал. У меня оружие без глушителя, если что, факт. Да ебать, у меня тоже. Пизда. Ничего. Я отключаю. Иди еби, блядь. Давай, давай, работай тогда. Отключил ее нахуй? Нет, не успел, блядь, они врубились с другой стороны. Надо было ее разъебать просто. Блядь, а там бы с двух сторон пришлось тушить ее так. Я вижу, что приближаются ваши ребята. Как будет обидно, что они умерли, умерли все! Ты с РПГ ёбнул или с чего? Нет, по бочке ёбнул! А. Соусмар, да? Блять, ко мне чел подбежал, блять. Ебать, гениальная была вещь, нахуй я отстаю прямо у бочки, тебе подъезжают, а я бум, и все, и спать. Я чел сбитый въебал. Да, ничего. А ну хуя тачки сжигают? О, живут тут люди. Контрабандники, блять. Так это ты сбежал. Если мы хотим выдворить сектантов из окна, там задание есть, Толик. Я в магазин пока зайду, блять, посмотрю, что могу взять. Это добыча. У нас нет предметов, которые можно продать, блять. Купитель персонажа. Ебать, тут оружие. 1008. Ууу, винчестер. Винчестер. Труба с раструбом. Труба с болтами. Алюминиевая бита. Похуй на нее.
МП5. Если хочу, блять, лопатомёт взять нахуй. Лопатомёт? Да. Хочу ебать хуйней страдать. МВР-50, кровь дракона. Не, вообще я бы взял бы, блядь, сейчас уже замодифицировал пулемет ебучий, если я пулемет взял. Mm-hmm. Ну, блядь. Не знаю. Блять, чуть не наебнулся. Она здоровая, кстати. Проверь, может, завалялось что полезное. Привет, чувак, мучача. Да ебать! Привет, мучача, говорит. Помощник, они забрали жажду смерти. Ты с Миаром говоришь? Да. На нем был М60. М60. Надо его вернуть, пока ИДМщики не изрешетили все вокруг. Там какая-то машина с М60. Он жрет бензина больше, чем я пью пиво. Если нам повезет, найдем ИДМщиков на заправке. Ближайшее Golden Valley. Проверь. Крещение это паршиво. У меня он исчез только что. Он стоял и он исчез, чел, просто. Ебать, реально исчез. Он испарился, понимаешь? Его просто не существовало, как будто. Блять, а почему нет ключей, блять? Ебать, опять нужен ключ, блядь, где я его высру? Да хер пойми, ключи где получаются. Даже хуй пойми, что там есть, блядь, за этой дверью? Надо было ломиться. Как я рад тебя видеть. Спасибо за помощь с ADM-щиками. Мы с отрядом обороняли мастерскую. Виталик. Их было больше. А. Нас поймали и заперли. Они решали, кому и сидеть. Сейчас, секунду, блядь. А как это работает-то, блядь? Деливери. Если сможешь найти и спасти остальных, я буду очень благодарен. Не нашел квест. Мне нужно время, чтобы перевести дыхание. Короче, подожди. Значит, квеста, блядь. Пойдем за мной. Чё? Опа. Алло? Замечательно, возьмите. Возьмите мне рыбки и там да, или чипсов. Падает. Сопротивляться все труднее, но. Угу. Да нет, там рыба нормальная. Я понял. Да, 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 да. Я слышал, что здесь сектанты держат машину. Угу, давай. Я сейф взламываю. Ну, ломай. Все. 250 баксов, блять. Вот я потратил 6 очков навыка ради, блять, 250 баксов. Красава. Ну, я пряников нахожу. Ай, блять. Бля, я реально ассасина себе вкачаю на максимум. Я застряла в туалете, говорит подруга. Может, на прилавке? Или висит на стене сзади? Нашел. Линда Уль, дальний бой. Блять, освобождение выполнено, охуенно. Я нихуя не... Нихуя не сделал, просто стоял, блядь. Виталик выполнил квест, фу, блядь. Ебать. Так это, тут надо было просто их контейнеров поискать, и все. Тут подруга сидит, говорит, я застряла в туалете, найди ключ. Это на задание достойное героя, я считаю. Освобождение пленника сортира. А, подожди, это... Блять, а я думал, как же, блять, найти-то ключ ебучий. Виталик, ебать. Сука, я думал, он взрываться будет, если прилетает. Ёб твою мать, ну ты хуйню купил. Мы кому-нибудь въебём здесь. Въеби. Что с этим попиздеть можно? Попизди вот с этим. А ты держишься молодцом.
Но я с ним пиздел. Добрый, это против сектанта. Ты жив! Да блин! Где стреляю? У него лопата, блядь, в голове застряла. У меня она выпала с него. Охуенно. Их можно подбирать, блядь. Ой, блядь. Игрушка дьявола. Охуенно. Идем, блядь. Куда? Сейф. Сейф будешь забирать? А 250 баксов. А я могу? Да. Так я же его открыл, блядь. Бля, не звук охуенный, с которым она влетает, блядь. Где сейф-то? А? Где сейф? Наверху. Ко мне иди. Вот мы думаем, что этот план пригодится. Теперь сможем навалять сектантам по полной. Мне FPS. Вот сейф. У меня зависла игра. Охуенно. Всё. Ты на месте бежишь. Вот сейф. Забрал? Серебряные слитки 40. Поехали. Сука. Блять, развернись ты. Блять, пизда. Успеем открыть. Да раз, блядь. Не успели, блядь, открыть. Ну если б я подошел, то ты бы тоже сдох. Пизду, блядь, я как медведь, блядь, сейчас сяду нахуй и все. Садись, авто, поехали. А че у тебя за пукалка, блядь? У меня МАК-10 и 50-го калибра снайперка. Где ты ее, блядь, высрал? Печку тапни куда-нибудь. А, миссию надо включить, подожди. Вон, есть жажда смерти спереди, миссия. Давай туда. А, надо взорвать это, Влад. Блять! Хуёво, она до этого уже упала. Чё, хуй на неё? Да куда, блять? Сел? Да. Блять, ну вести скромней нахуй. Ты у Golden Valley? Мой пикап там должен быть. Эдемщики не могли уехать далеко. Заберите жажду смерти. Давай сейчас. Так, ебать, здорово. Слышь, черт, блять, вылез нахуй. Блять. Ой, 50-й калибр, да простит меня бог, блять. Самый охуенный калибр, который можно было придумать. Мал, мал, мал. Зайчик, совсем маленький. Зайчик, совсем маленький. Какой там зайчик совсем маленький, Владислав? Не знаю, мужик какой-то, блядь, зайца поймал. Поехали дальше. А, ебать. А я-то чё сверху, блядь, появился? Ты сел? Да. Не могли уехать далеко. Постой. Надо остановись. Я со снайперка сниму. Черт! Им нужен грузовик! Блять! Виталик, ну его надо как-то ёбнуть, блять. Ну не с 50-ки, блять. Да я понял, давай, вперед. Просто вези. Пора сваливать. Давай, пошли. Блять, дай. Ёбаный в рот, куда он едет, блять? Блять, туда же куда ты идти, нахуй! Такими темпами я выпаду к хуям! Ему количество патронов, которые я в него всаживаю, ему похуй, он под пивом. О! Здрасте, и не все. О, блин. Подтолкнуть? Садись на стрелка. Моя тачка, у тебя? Держи. Давай в мастерскую, поедем вместе. Хуяндок. Ебать, там собака летит, блядь, она... Так, Бэмби нахуй, спать, блядь.
свои. Ебать там рикошеты. Бля, я гражданского убил. Ой, а блядь, все, я опять. Ты по гражданским-то ебашишь, дурак. Так там не было, блядь, гражданского. Ну, был, но, блядь, его не было. Я там дверь выбил, блядь, по-моему. О, пизда этой хуйни. Давай-давай-давай её как-то... Давай только не стреляй по ней сразу. Давай подъедем сейчас к водиле. Все. Все. И сзади, 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 наебашь. Все. Все. Так, ты этот, я пойду бабу освобожу. А, да, блять, она освободилась сама. Эй, ты, надо поговорить. Да иди нахуй! И чё ты? Она не открывается, блять. Да, блять. А, нужна горелка, блять. И чем? И чем открывать, блядь? Горелкой. Закрой нахуй. И что теперь делать будем? А, тут, блядь, тоже нужна горелка. Чё ебать делать, нахуй? Уйди, блядь, ща я ебать. Ща я ебать горелку, нахуй, найду. Хуяк? Да нихуя не сделаешь, блядь, надо съебаться, да и всё. Блять, дурак, нахуй! Не, если горелки нет, блять, а нужна. Этот пёс от тебя не... Вот, блять, вариант с горелкой, нахуй. Он псих. В прошлый раз он мне сказал, что делает. О, нет, это Эйл охотница! Защиты от вторжения. Ебать! Или тип. Там приехала хуйня. Я хуй на них ложил. Блять, псина ебучая прибежала. Там двое по 50-му калибру получили в себя, нахуй. Ебать, она так сильно дает, эта лопата, блять. Садись, поехали. Подожди, сейчас. Или сам догонишь? Давай, догонишь. Стоять, блять! А, подобрать его, блядь. Ну так садись. Ну что-то не понравилось. Давай, Мэрл. Он тебе скажет, иди нахуй. Ты за рулем, а я стреляю. Владис сидит нахуй на стрелках. Ты за рулем, говорит, а я стреляю. Ну давай, пусть стреляет, я блядь. Я опять гражданского ёбнул. Да не было там, блять, его! Пизди! Замернусь здесь, спасибо. Спереди медведь, блять, слева. Ебашь его. Блять, этого типа уже второй раз, блять, кто-то жрет. Вот мы ехали, его, блять, птицы жрали. Сейчас его, блять, этот жрет. Ёб... Вкусный. Бедный чел, блять. Только до этого у него аптечка лежала, блять, а теперь ее нет. Во! Еще один, блядь. О-о-о-о-о! Пизда, смотри, 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 сейчас я их бортану, брат! Я их бортану, брат! Я их бортану, брат! Я дабл крэш, блядь! Сука, ты пизда уже, давай! Какая же кайфовая машина, господи! Да. Сюрприз, говноеды! Сюрприз, говноеды! Давай! Еби! Блять, ты без ног, блять, тяжело стрелять с этой хуйни. Так потому что я еду во все стороны. Блять. Но нельзя стоять на одном месте, Владислав, понимаешь? Да котируй уже, блять. Все, ебашь отсюда. Оставшихся противников уничтожили. Обратно по топливу не въеби. Больше не могу!
дырки от пуль. Этот сладкий вкус смерти. Тормози, блядь. Такой дикий койот, как ты, сможет насолить секте гораздо больше. Охуеть, сюда машину, блядь. Передавай Датчу привет при случае, ладно? А теперь наша машина, вот. Охуенно. Ну то, чтобы мы не могли ее спиздить. Но это теперь наша машина. Может, пристрелим его, блядь, пока уезжаем? Пошел нахуй. Сука. Нахуя. Идешь ты, блядь, конечно, охуенно. Сверху! Че сверху? И контейнер. Какой нахуй? С лутом, блядь. Давай, где? Наверху, блядь, на горе. Блять, это нам надо ехать. Как охуел. Ну сюда ебашь. Бля, мне не хватает. Мы приехали. Все, блять, приехали. Ну, ебать! Я сейчас переспавнюсь, нормально. Да не в этом, блять, дело, я в ней нахуй застрял. Я знаю, я сейчас переспавню. А где она, блядь, подожди. Ну, буду трактор купить себе. Заебись. Нашел ее. Управлять транспортом, да. Ну, я ёбнутый водила, я рисковый. Ну, я сейчас, да, вот здесь есть еблан. Какой-то чел, надо помочь ему, пожалуй. Не рассказывай никому, что я так глупо попался. Не рассказывай никому, что я так глупо попался. Ты его застрелил, ты что, мудила? Я его и застрелил, блядь. Мудила. Ну, хули он лежит, блядь. И собаку, блядь, пристрелю. Сука, не дострелял. Слева будет, что пострелять, так что давай. Уже, это все нужно для зачистки, да? Да. Ебаш, лазь. Кто? Ты в этом положении. Я сваливаю. А, нам в другую сторону, ёб. А нахуя нам на основной квест? А, это основной? Да, это основной. А какой у нас еще? У нас есть еще квесты рядом? Зажигалка. Зажигалка, ёб твою мать. Пойдем. Близко. 4000 километров, блядь. Близко горит зажигалка. Патрон мне дай, сука, на МАК-10. Блядь, ну ты ему дай. Блядь, не было там. На, все там, блядь, взрываю нахуй. Хуею там. Стоять, блядь, не могу взорвать. Вот эту хуйню надо разбить. Чё, мам? На какой? Нет. У меня такой есть. А? И у меня был сейчас. А я понятия не имею, есть ли у меня там деньги. Мне уже давно... Ну давай, сейчас посмотрим. Ну, попроси Катьку, у меня денег нет там. Я знаю, что у меня, скорее всего, денег нет там. Ты... Что, все закатываешь? У тебя и пахнет вкусно. Ты опять гражданского. Я не попал в него. Не стрелял я в него. Ну, добей. Кого? Там комара. Ладно, плевать, поехали. Там два этих было.
Не, очень круто, то, что ты на shift нажал, пошел поесть, я наверное наделал, пока едешь. Клево. Но я предпочитаю своими ручками ездить. Вот тут убить надо кого-то. Ты его, например... А че, он мертв? Да. Да. Блять, такой хруст неприятный был сейчас. Ну, естественно. Мы человека сбили. Там вертушка, блять, сверху. Там, ты хочешь сказать, чела не хватило, то что я его придавил? Нет. Там еще сзади, где мы проезжали, на перекресток въезжали. Во, вот такая же хуйня стояла. Там какой-то еблан этот вызывал. Блять, опять он клатч Никсон увидел. Все равно выбил свой клатч Никсон, блять. Да. Клатч Никсон! Не, ну Владислав, клатч Никсон, как бы. Да, Влад, у меня зависло. Ебать! Вернулся во времени, пока было, да? Нормально. Да сука, ну как лагает иногда. А это свои, блядь. Тормози, блядь! Там. А что мы там забираем? Она, походу, не откроется, потому что горелка нужна. А, не открылась, смотри. Блядь, ну я опять на крышу, блядь. Забрал РПГшечек? Нет. Мне опять зависло все. Ну, игра. Я понял. Ну, мне кажется, оптимизации не хватает. Как бы я не знал, у тебя все хорошо, но у меня все не очень хорошо. Что FPS скачет как сука. Бросить банку. Я бросил банку. А, это было... Влад? А? Шо? Что такое бросить банку, мне интересно. Она взрывается, походу. А? Да пиздец, это просто ты бросаешь банку, и все, она не взрывается, блядь. Окей. Так. Ну давай, Влад. Что в этот раз да, учинил клатч Никсон? Вот по пулеметам бегаю, блять. Что в этот раз учинил этот клатч Никсон? Уничтожьте все преграды на своем пути при помощи орудий и долетите до финиша. Поехали! В смысле долетите, блять? Потому что мы будем на самолете, скорее всего. Бля. Клатч Никсон! Да, да. Блять! Я же не умею, блядь. Думаешь, я умею? Ну лети, блядь! Ёбаный твой рот, блядь! Сука, нет, блядь! Мы въебёмся! Кто в кого? Бахать, пизда мне! Ну ёб твою мать! Ну ты мудила! Ебать того Люсю. Сука. Грим Рипер. А говорит не умеет, обогнал меня по итогу, сучара. Сука. Опа. Дополнительное время. Сука. Опа. Все, пизда.
Времени не хватит. Да все, давай. Сосань. А куда хоть? А. Пизда. Бам, блять. Сука, не влетай в меня в следующий раз, урод. Да ебать ты такой, ты. Так меня сбил, мудила. Просто все шумок заруинил, гниль. Вообще. Не, я просто стартую, блядь. Я понимаю то, что ты не летишь, блядь. Давай, давай, блядь, давай, Виталик, пробел зажми, блядь, сразу. Да зажал, все нормально было. Блядь, взлет нахуй. Да и пошел ты нахуй! Не можешь на это смотреть? Да, блядь. Не могу, блядь. Красиво сыграно, Владислав. Я дальний не могу сбить сейчас. Я собью, нормально. Угу. Блять, я в тебя стрельнул. Нормально. Я не могу на это смотреть. Пошел нахуй. Блять, почему мне это напоминает, блять, эти летную школу, блять, в GTA нахуй. Блять! Вот как ты меня взорвал вчера? Вот как у тебя это вышло? Расскажи мне, блядь. Как ты смог это сделать? Просто поясни мне, блядь, как? Я тебя каким-то образом догнал, въебался. Сука. Одному это, блядь, три раза легче проходить, блядь, мне кажется, нахуй. Я въебался в тебя крылом, блядь, и ты улетел. Фу, блядь. Кроны деревьев очень густые. Нет права на ошибку. Да охуеть, правда, что ли? Ух! Я не вперед ли улетел, блядь? Нет. Блядь! Да. Зубит! Просто встань в ПК, урод! Сука, это вот каждый раз я лечу вперед нахуй, и каждый раз ты меня настигаешь, и я падаю к хуям. Может тебя вперед пропустить, блядь? Давай нахуй, я не поеду сразу, давай нахуй, иди вперед, блядь. Тебе не получится, тебе надо тогда вправо уехать, а мне надо влево, блядь. Плыви, наоборот. Едь, давай нахуй, едь, сука, давай. Сука. Блять. Да хуй, блять. Я вверх, я похуй, я пропущу эту точку. Не, не пропущу. Нельзя, блять. Если он заденет дерево, я тебя наебал. Блять. Да ебать, ты чё нахуй? Чё нахуй вообще, что ли, блядь, клоун ебаный? Что хоть ты там наделал? Опять меня перехуярил? Я реально постою в АФК и едь вперед, блядь. Пизду, тише едешь, дальше будешь, блядь.
Блять! Давай, обижай меня нахуй, обижай! Какой ужас, блять! Обижай меня нахуй! Хе-хе, блять! Ебать! Летчик, блять! Ёбаный ты летчик! Блять, я не откажусь от этого испытания Клатча Никсона. Клатч Никсон слишком крутой, чтобы отказываться от этого, блядь. Сука, не, все, давай, блядь, летай, блядь. Я посижу, блядь, чуть-чуть. Пизду, блядь. Все время нас берем, езжай меня, блядь. Просто парил меня, как в старшей школе, ёпта. Хуже, блядь. И летит, стоит, блядь. Это пиздос. Я не могу на это смотреть. Ой, блядь. Я въебался, блядь, да как? Да все, нахуй, как это отменить? Это можно, блядь, все. Пизду, не участвовать в этом, блядь. Не-не-не, лети, лети, блядь. Я просто АФК буду стоять на месте. Старик, я понял, если ты стоишь АФК, написано, вы слишком далеко от напарника. И... Я буду догонять, я буду просто сверху лететь, и все, да, выше. А ну, а тебе... А, я же могу забирать точки. Да-да-да-да, я только сейчас, блядь, увидел то, что можешь только ты собирать. Давай-давай. Я-то до этого не ебал об этом. Давай-давай. Ебаш. Ну ебать, дай догнать. Это я не тебе, это я игре. Кайф. Когда никто не въебашивается, да? Сзади. О, красиво, вот это вот ассистент называется, Владислав. Ты ценная часть корабля, потому что ты сломаешь эти хуйни. И мне не надо на это отвлекаться, я больше сосредоточен на том, чтобы пролететь нормально. Сука, времени мало дают вообще. Я не могу на это смотреть. Ты слишком далеко от напарника. Я знаю, блядь. Ебаная игра. Тебе придется самому ломать. Нет, я догнал. Дальше я, давай. Давай. Сука, Клатч Никсон. Давай, давай, давай. Ты взял? Да я, ебать, стараюсь, да. Давай, давай, давай. Чуть немножко осталось, Владис. Хуй ты там. Терпи, терпи. Да мне похуй, я блядь, лечу, я летчик, блядь. Да я вижу. Хуяк, моё. Хуяк. Голостовая, нет? Нет. Нет. Там дальше, блять, в лед, в пещеру, нахуй. О, ебать. Дом Сергея. Блять, въебался. А где? Гонщик выжил, нормально. Гонщик выжил. Ебать, мы поменялись на полпути, ебать, там я меняюсь. Я вверх, лег, резко начинаю лететь, чтоб тебя не сбить, сука. Гонщик выжил. Блять, сука. А машину украли. Ой, бля, какая жесть, нахуй, надо поссать сходить после такого. Иди. Просто пиздос, я подойду. Бля. Не убей.
Ебать, а чё я мёртвый, блядь? А, тебя въебали? Да. Тут рядом ванпост стоит. Я, ебать, прихожу, возле меня чел, блядь, ходит с пистолетом, а я дохлый. Короче, ебать, вспомнил ситуэйшн, смешной нахуй почти. Типа, я в детстве не болел ветрянкой. У меня брат недавно болел ветрянкой. Они приезжали из деревни сюда, да? Четыре дня я был, ну, в воздушно-капельном, блядь, контакте. Ну и просто, блядь. Он, блядь, рофлил, ходил, блядь, меня дотрагивался. Чтобы я заболел. Я не заболел, блядь. Ну и заебись. Я шо, блядь, тот самый процент, который не болеет ветрянкой вообще? Или мне пизда на старости лет будет? Радуйся, если оно так. Чё он, ебать, ходит возле меня до сих пор, блядь? Я... По мне чел с РПГ стреляет! Ладно, я, короче, сдаюсь. Я, чтоб ты понимал, я пытался со стелсом их взять. Но как там бы чел к тебе побежал, блядь, с моей точкой. Ебать, а чё ты сбитый, блядь, бегаешь? Блять, отпусти их! Ебать тебе в голову прилетело нормально. Я отрежу тебе голову! Ух ты, ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, сука, за мной погоня! Здорово, блять! Тут чё, блять, с РПГ стоял? Ебать, у него РПГ, у меня... Блять, как это нахуй назвать, блять? Панцерштрауфен, блядь. Нихуя себе! На! Бля, вот уёбок. Нормально, блядь, ладно. Два перекрёстные, у меня с РПГ прилетело, уроду. А ему похуй вообще. Так у тебя нормальный РПГ, а у меня, блядь, смешное. Пришли, там всё горит у мужиков, им заебись. Они пришли, блядь, в депо. О! Охуенно, присвоили, ёпта. О, разблокируется в мастерской, это какая-то хуйня тоже с пулеметом. Увидишь Иоанна. Этот эгоист, пастор Джером, сбился с праведного пути. Если бы он и впрямь пос... Чё-то выёбываются друг на друга, пусть выёбываются, мне вообще похуй. Я доп. Кобуру получил, наконец-то. Заебись. Боевая лопата, плюс один, блядь. Так, самое время поменять на что-нибудь прикольное. Все равно признаешь свои грехи. Потому что так повелел отец. Оружие. Ебать, а пушки-то реально слишком умбовые, блядь. Какие? Пленник Марса. Ну так они же конченые, наверное. Типа, урон 10, 10, 8, 8, 10, 6, 8. Все нормальное оружие. 4, 7, блядь, 6, 4, 5, блядь, бамбуковая палка. Так. Что там по обычному оружию, блять, у меня? Я ничего не открыл? 45 на 70 хочу себе ебать. Винтовку. Это ты где ее нашел? Вторая в винтовках. Понял. Рычажная. Рычажная винтовка, как Вейн Винч. Сильно же ебся. Там лопата оптимизм есть. О, тоже 1787-Т. За 7200 можно купить этот рычажную пушку тоже. Хочу. Ой, ебать, АКМ! Ебать, я бы купил.
О, АКМС есть. Бля, поехали на этих поохотимся. На животных? Да. Бабки нужны, пиздец. Я рада, что у нас есть такой соратник. А ты что, где-то можно пушку этот машинку заспавнить? Это не есть, правда? А я хочу свою. Так, ебать, а я возьму вот это вот. Че там все наши взял? Я лук взял с... и купил голографический прицел для него. Металл, который мы там собираем, нужен нам, чтобы выжить. И самые дорогие животные были. Подвести Иоанна. Отдохнем в бункере, когда обустроим его и сделаем полностью безопасным. Белорога мы не убивали, точно помню. Белорога. Надо посмотреть, что. Блять, мне надо посрать сходить, а то это уже все пиздец. Беги, блять. Сейчас я сяду в машину. Давай, вези меня, блять. Окей, я тогда пойду охотиться, а ты едут. А я посру. Ну ты посрешь. Блять. Ужас, ужас, ужас. Опа, блядь. Бля, я надеюсь, он живой еще. Блять, я кого-то раздавил. Я не хочу здесь умереть! Ту-т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 у. Пусти для защиты. Нет, меры покоя. Отдел охраны рыбных ресурсов и диких животных позаботится об умирающих белых козетах. За их ловлю теперь полагается штраф. Оставьте козетов в покое. А если поймаете... Стоять. Приехали, видимо. Я добрый сомнился. День. Там я там пуму в кустах убил.
там дискорды пишут, стимы пишут, шкет что-то хочет, блядь. Шкет в пятницу с 13 предлагает идти играть. Вот, Пума лежит. Куда нахуй, какие там пятницы 13? Ебать, 84 FPS сейчас было. 90, если в пол смотреть. В небо? Я смотрю в небо, 58. Тоже 90 в небо смотрю. Вилорок. Горчица, блять. О-о-о, животное какое-то было рядом. Уверен? Я никого не видел, не слышал. Орел! Блять. А что, с них можно сейчас заиметь? Да. Там еще один орлан, блять, летает. У меня упал, ёпта, орел! Орел укатился. Вижу, он, упал. Он укатился вообще в ебеня, вон к лучнице. Народ надеется, что все как-нибудь само уляжется. Перо плюс два. Ну да. Дальний бой. Крис Вульф солдат. Второго орла стой, блядь, не гаси, да я его стука загашу. На, блядь, прям в голову! Перо плюс 4. Просто с оружия, если гасишь, там этот. Меньше? Меньше ресурсов, да. Ясно же. Типа плохие шкуры, еще там всякая хуйня. Хочу в ДСТ, пишет. Мне Артем зовет в пятницу 13-го. Мне же кто-то написал, хочу в ДСТ. Если хочешь поиграть в пятницу, то можешь скачать игру по этой ссылке. И написать мне, что я согласен. Надеюсь, народ соберется, мы сможем в нее играть. Если не получится, то я пытался. Нет, мне похуй. Он всем рассылку какую-то сделал, блять, и сидит, кайфует. Они понимают, что власть имею только я собирать людей. У него не выйдет так просто. Скажу как реально, буду говорить как ЧСВ реально, типа, ну. Но объективно так оно и выходит ведь, блядь. Ну да. Никто и нихуя не хочет, если без меня. Это как и проклятие, так и благословение. О, блядь, знакомое место. Ой, квадроцикл вижу отсюда. Тут нихуя никого нет. Интересно, тут противники? Нет. Боеприпасы для РПГ. Там магазина нет, да? Там вертолет есть, блядь. Да, да, я к нему и шел. О, Владислав! Ну давай! Я знаю, ты хочешь присесть ко мне. Взлетай, блядь! А, ну давай! Не въеби меня только во что-нибудь, блядь. Чё, уже у меня здесь, в салоне? Да. Ага. Смотри, там эта штука... О, они жгут что-то! Смотри, сверху! Снизу! Я не вижу, чтобы они что-то жгли, блядь. Я полетел. Вижу. Блядь, я въебусь. Не, не въебался. Нормально. Чел орёт, блядь. Они сожгли ферму, блядь, и чел орёт. Смотрите, пожар. Охуеть можно. Я каким-то образом могу... Меня добили, блядь, спину. Красиво, Владислав. У них очень конченая этот. Они очень больно бьют. Понял, я тогда сдаюсь? Нет, ну останови. Уже все, блядь. Живи, блядь. 20 секунд. Медведь побежал. Не зря вызвал приманку.
возродился. Блять, это горит. Изда, блять. Твою мать, она крикнула перед смертью, твою мать, когда сдохла уже. Такая, твою мать. Ты типа ёбнул. Своего? Ну вот этого кента, блять. Да ему нормально. Даже сейчас никак не отмечается, блять. Они дом типа сожгли или что тут произошло? Получается, что так, блять. Блять, я камень кинул. А как рюкошкой пользоваться? Там должны быть зоны специальные для использования. Так сюда надо... Блять, медведь! Блять, он мне въебал! Ладно. Виталик, блять, ну я ж пытался. Да, блять, а что мне стоять смотреть, как он тебя ждет? Да. А, я нашел, блять, как туда попасть. Как? Ебать, оттуда бежать. О, ну давай. А, хуй там плавал, Виталик, там, блять, целый, блять, палаточный городок, блять. Ну, при, наверное... А почему крюк... Блядь, крюкошка? Говно тогда получается какая-то, а не крюкошка. Ебать, это от... Ой, блядь, садись на квадроцикл, блядь, поехали. Сейчас будешь говорить, блядь, куда ехать. Я ебу, что ли, куда ехать? Там сверху канат идет. Давай, вперед. За ним сли. Вперед, едь. Продолжай ехать вперед. До следующей горы. Понял. На этой горе, да. Здесь, здесь вперед. Хуй, доехали, блядь. Доехали. Тут не только квадроцикл, тут и мы, блядь, скатываемся. А там еще куда-то, да, дальше? Да, тут Робин и Гуды жили какие-то, ёпты. Пиздец. Пиздец. А я знаю, куда это ведет, блядь, все. Ебучая эта вышка, блядь. Блядь, даже быстрого перемещения туда нет. Бля, я еще думал, с одной стороны одно, блядь, а с другой стороны что за хуйня тогда? Да хуй ты стоишь, блядь, въеби ему. Это свой. Похуй. Я так, так и было задумано, блядь. Мужик. Блядь, он зацепился и спрыгнул, блядь. Блядь, какие-то воробушки. Ёбушки, воробушки. Блять! Ты такой наебнулся? Да. Понял. Сильно? Да, забей хуй, я сдамся лучше. Давай дальше. Без меня. Блять! Наебнулся? Да. Давай дальше, без меня, бля. Так я хочу. Там пробел, не надо жать, блять, оказывается. Я так же наебнулся. Мы не учимся на ошибках, блять, мы повторяем. Кимин, моторика, сильно. Где мы, блять? Нормально. А в какую сторону? Охуй. Кимин, моторика, сильно. Найн. Найн. Догонишь? Давай, давай. Там, блядь, вертушка где-то. Ебать, я вор... Ебать. Я в ебучего орлана влетел, блядь, на всей скорости. 120 километров, блядь. Ну я его не убил, нахуй. Вла! Ты... Рассказывай охуенный прикол. В чем, сука, суть, Владис? Смотри, посиди, я вернусь 13 секунд.
я рассказываю тебе охуенный прикол. Если ты нажмешь парашют, блять, то игра ну, ты прям с маленькой высоты даже, то она тебя убьет к хуям, если ты упадешь, блять. Да, я знаю. Я наебнулся вот так вот, в общем. Пиздец. Не повезло, не фартануло. Что тут такое? Себя. Ты че? Так тут противники. Корова побежала. Блять! Кто дым кинул, блять? Я. Yeah. Ну и нахуй ты это делал? А, ты меня назад отбросил, пидрила. Не, это, кстати, не я. Ты у меня сначала прыгнуть хотел, а потом обратно залез. У меня то же самое произошло по итогу. О. Именно Торику. Я видел огнемет, блядь. О. Я тоже видел. Не, давай-ка нахуй. А хотя не, ебать патрон. Так, подожди, я хочу посмотреть, что по навыкам там есть вообще. Я буду доступным взрывчаткой бесконтактной, но я магазин не пользуюсь. О, ваш селектор предметов добавлена горелка, она позволяет открывать сейфы и чинить транспорт. Я нашел. Ты используешь? Блин, я не знаю. Да, наверное, похуй. Пусть будет. Автомеханик, ваши машины чинятся автоматически, написано есть. Есть прикол. Ассасин-слесарь, можете бесшумно открывать сейфы и двери без ключ-карт с помощью Е. Подожди, ну-ка. Блять, я себя поджег. Ну это хиперчик побольше. А, блять! Откуда это? Поехали. Поехали. Куда едем? Блять, куда-нибудь. У нас осталось два задания деда. Ну, вообще по заданиям. А давай дедовских два. А вот здесь посмотрим, что мы можем еще освободить. Давай. Черт. Ну смотри, у нас дохуя еще чего не осмотрено. Вон есть Ларри Паркер какая-то есть. Вот можно нет. По этим, по местам, видишь, там типа церковь Агнца Божьего, рай. Да, да, ник рай, что я вижу. Да, поедем туда как раз. К Нику. Поехали. Ну, блядь, проблема игры в том, что у меня, например, скачет FPS, вот, блядь, когда ты в машине находишься или транспорте, а ты пол игры проводишь в этом ёбаном транспорте. Это не должно вызывать у тебя, блядь, какого-то отвращения. Тебе, наоборот, должно быть комфортно находиться в транспорте, но, блядь, что происходит по итогу? А, чипи этот... Блядь. Да я в карте сидел, мне нормально. А. Вот этих вот догоняй. Здорово, ебать. Все. Тормози. Сейчас я его открою. Вылезаем, ёпты. Блять, ёбаный еблан. Блять! Я не хочу умирать! Помогите мне!
Как взрывчатку, блядь. Да. Украл машину, чел. Охуенно. Это наша целая хуйня? Я хуй знает, это то ли гражданский список, да, целая. То ли кто-то еще. Там кто-то кричит на помощь. Помимо Торико, финаем. Тебе биты поебало давали когда-нибудь? Ты дерешься, это падали, ебаная. Ебать, я не могу горелку достать. Блять, вставай нахуй. Я думал, мне конец. Может, въебать ему? У него значок какой-то. Головой ты видишь? У кого? У этого чела. Не, это этот наемник ебучий. В резервуаре, чтобы сектанты ничего не подмешали в воду. А, ну да. А на зажигалку мы хуй забили, да? Ебать ехать до зажигалки. Только может вертолет, блять, возьмем и долетим? Можно. Тормози, ебать. Поехали нахуй за вертолетом, блять. Блять. Мне 16. Я хочу зажигалку. А? Я, блять, 16 забывает. Бля, я хочу хламомет ебучий. Или кто он там, блядь? Это, по-моему, стоит оттуда же, блядь. Ебать! Буйвол, блядь! Надо было ебнуть ему. Я его сжечь начал. Так, здрасте, блядь. А вы противники, да? Да похуй. Я покупать приехал. А, вертолеты. Бля, охуенно со всеми дополнениями. О, блядь. Ты чё, блядь, спишь? Так. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык. Там такая история была. Ебать, я понял, какая история. Вот такая вот, да. Ебать, ему битый, блядь, алюминиевый прилетел, а поебало, он выжил. О, блядь, это кто такой, блядь? На, поебалу. Блять, ну и скачки во времени, ёбаные. Виталик, полетели, блять. Еб... Смотри, какая хуйня. Так, ты сел? Да. Ебать. Стоп, а где эта хуйня? На журнале как раз. А, нет. Или подожди, а где? А вон, я очки. Отметил, я отметил. Ты отметил уже? Угу. Вот, блядь, что у них было дополнительное задание? Кто, блядь, нас видит? Это с дополнения, если что, хуйня. 12 зажигалок, блядь! Охуеть! Че? Знаешь, сколько пополнения стоит? Да хуя, да? 1000 баксов, блять. В пизду. Я все ракеты проебал. Красава, блять. Ебать, пулемет тоже тратится. Пизда! А, не, пулемет бесконечный. Именно Торико Синай. Ух ты, блядь. Понял, я Ковсид, блядь, здесь контролирует регион. Не, если честно, я скажу тебе, мне так похуй, я еду, и мне поебать вообще. Вообще похуй. Охуенно, да, кто, когда кто-то ведет, блядь? Ну, так естественно, блядь. Но я уже несколько дней ничего от них не слышал. Думаю, они уже воюют с Яковом Сидом. Единственное сообщение, которое...
блять, набор Far Cry Primal. Блять, негр в Майнкрафте. Ёб твою мать. Пока ты ведешь, у меня FPS нахуй идет. А как же я? Получил было от моей племянницы, Джесс. Она сказала, что секта превратила лесопилку в лагерь для пленных. Возможно, стоит начать оттуда. Лесопилка и лагерь для пленных. Вкусно, мы едем за зажигалками, блядь. Блядь, столько задач, блядь, разных интересных выебать. Летим, блядь, за зажигалкой, да нахуй. Они, блядь, хотят что-то дать за это, охуевшее. Так, я тебе говорю, там, по-моему, это могут дать, блядь, хлама... Не хламомёт, какая-то другая хуйня. Хламомёт это, блядь, из этого, из Fallout'а, блядь. Ну, так, такой же принцип, тоже хламом каким-то ебучим стреляет. Очки сопротивления 200 еще дают. И 900 этих... 900 чего-то. Мы прилетели, я. Почти, да. Отлично. Бля, прикинь, мы сейчас въебемся еще. И взорвемся нахуй. Ты решил выпрыгнуть, да, блядь? Естественно. Не, я посажу, блядь. Я выебнусь как-нибудь и посажу, блядь. Там, сука, какая-то, блядь, падла нахуй, черт ебаный. Там кента, блядь, какая-то хуйня загрызла. Блядь, эти цветы выглядят как колья из этого, блядь. Чего ебать? Сели нахуй. Тут вон бункер какой-то ебаный. Упай сюда, блядь, бункер. Там, блядь, кот какой-то мяукает, блядь. Дробовик. О, ебать, сюда! Это, ебать, по моей части. Давай. Хуяк? Что там? Ебать бабки. Реально, сюда. Ты нашел зажигалку-то, блядь? Да. И все, ебать, одна зажигалочка. Ой, блядь. А что интересно дальше? Дальше больше, блядь. Еще ищем зажигалки где-то. И где под... А подожди, что? Найди зажигалки. Они не подсвечены нихуя. Не, они, может быть, где-нибудь подсвечены, блядь, но их надо и искать, блядь, прям в упор к карте. Не, Влад. Э? Ну, их на карте нет, смотри. Погнали в центр Клык, ёпта. Это где? Я поставил метку. Вижу. Вертолет оставь, блядь. Молодой. А не, знаешь? Ты ствол-то убери. Постой, блядь, на инспекции. Блядь, ты чё, выпал, что ли? Я хочу кошкой попасть. Всё? Ты зацепился? Да, давай. Что там, блядь, летаешь, ты катаешься, блядь? Кайф. Сейчас вот так вот, ебать, сделаю тебе, блядь. Будет тебе, блядь, кайф. Нормально? Заебись вообще. Блядь, не тянет? Мне вообще хуй снять, нажать надо кнопку. Ебать, катается, блядь. Юла ебучая. Блядь, ты меня переебал лопастями, дурак. Пизду нахуй, от тебя надо на безопасном радиусе держаться. Мы на снижение идем, если что, блядь, потихоньку. Отлично. Скажешь, как у тебя земля будет прям возле ног, блядь, я отпущу этот.
Кринж, блядь, кранж, кто там, блядь? Кран ебучий. Кранж, кринж. Кими но тори косинай маки. Ну, Владис, давай. Че, ты спрыгнул, что ли? Слышу тебя, суку. А? Куда он пост, Владислав? Где? Лысь. А, вот эта хуйня, это аванпост? Да. Ну так поехали его хуярить. Давай. Блять, я как будто играю не в Far Cry ебучий, а в этот, блять, в Titanfall, блять, какой-нибудь. Пипсик там тут бит, блять, когда я его убил? Это я ёбнул по нему. А, ты убил, хорош, блять. Один же ты работаешь по ним. Я косарик, блять, закинул нахуй. На ракетостроение, блять, скажем так. Нахуя? На по приколу, ебать. Еще один, что ли, вип этот убит? Не знаю. Изда! Что, тебя переразвернуло? Блять, убили нахуй. Пиздец. Я выпрыгнуть не успел. Меня с чего-то ёбнули. Там вертолет тебя. Да не, это не он, у него оружия нет. Да ребят, кто хоть где? Бро! Что вообще понятия не имею, где противники? Один что ли этот ссаный вертолет остался? У него есть оружие, Влад. Потому что там, блядь, сбоку кто-то сидит. Нет, у него есть оружие, Влад. Я понял. Хорош. Ебать, я сейф нашел. Убил пилота, сука. Надо полностью сейчас будет осмотреть. Все здания. Да not fit the animals. Ничего, работать пошло. Ничего. Так. Я взломаю. А, это ты. А, это ты. Спасибо, что вернул мне мой. Блять, всего ты 250 баксов дали. Хорошо, что мы спасли этих волков. Виталик, здесь 250 баксов есть. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми Наторику Синай ноги. И покоришь его сердце. Ты пытался арестовать Иосифа? Ты пытался арестовать Иосифа, да? Улучшать оружие? Да, можно же улучшать. Уйя! МП-40 можно купить. Thank you.
Вот это да. Нихуя себе. Еще дурак. Смотришь, смотри, штука какая. Смотришь? Тебе тачку жалко, что ли, блять? Поехали. Ча? На, ебать. Ну, мирный житель спасен, отлично. Так, сейчас. Секунду. Ты своим раундом освободил человека. Короче, я возьму, конечно, это оружие, но это будет оружие чисто, блять, на случай, если все пиздец. Именно той кошнаем, окей. Здорово. Поехали. Ну тормози, блядь, починю сейчас, ебать. Тебя горелка слот занимает? Нет. Она в дополнительных слотах. Там, получается, самая правая это горелка, а левее удочка, потом идут там выпивка и орегано. Нахуя мне нужен алкоголь, интересно, здесь? Ты должен наловить лосося, Влад. Хуя ты придумал. Ну же, сюда. Тут удочки есть, блядь. Кайф. Давай, блядь, тоже. Здесь чертовски красиво. О да. Жаль, что мы тут все разнесем. То, что надо. Лучший способ отдохнуть, разгрузить голову. Опа. Я не понимаю, когда клюет. Хуй. Я пока не понимаю, как, блядь, в принципе ловить рыбу. А нет, она подплывает, вон видно было. Здесь чертовски красиво. Когда видишь, что начинает подплывать, кто и это, и у тебя будет, короче, вытащить рыбу. Засветиться. Лучший способ отдохнуть, разгрузить голову. Ну же, сюда, рыбка. Слишком рано потянул ты на себя леску. Знаешь, научи человека ловить рыбу. Че, все пиздит и пиздит. Ну ж я обнимала. И в реку нахуй скинем. Здесь чертовски красиво. Прям рядом подплыла, да. Сука. Сука, блядь, черт ебаный, чё ты продаешь? О-о-о-о-о! Бля, может ёбнем ему реально? Ёбнем? Так, обыскать, перенести тело. Там-там-там-там-там. Нате, рыбки! Это вам на закуску. Ебать, его течение понесло. Да куда? Ну он же плыл, ну... Ну и говно, Владислав. Кимин... Чел утонул, блять. Ты зачем он поплыл, блять, или куда? Нет, я за рыбой поплыл. Может, как в Скайриме его можно поймать? Да не, нихуя. Я нахуй глушану, блять. Блять. А может он рыбу продавал? А? Может он рыбу, блять, продавал, Влад?
Нет, я проверил, он обычный торговец. Блять, далеко кинул. Ну вон, вижу, плескается рыба. Сидим, ебать, рыбачим. Все ради медведя. Так, а может, предположение, рыба иногда выплывает? Может, если закинуть ей удочку в этот тайминг? Там есть какая-то хуйня, типа, в навыке, сейчас. Рыба устает быстрее, также разблокируются новые виды приманок в селекторе бинетов. Я не знаю, я вкачаю, у меня все равно есть там. А у нас приманка-то есть вообще, подожди? У меня нет вроде. Ну так и у меня тоже. Может, нам нужна приманка? Если я мясо рыбе кинул. Я кинул мясо. Я ебать и кинул мясо. Да блять, пизду на самом деле. Пизду, когда-нибудь выловим рыбу в этой игре, но я рот его ебал, я не понимаю, как это работает. Ты все? Поехали лесопилку ебанем и закончим на этом. Сейчас, секунду. Ебать, лось! Лосось? Почему ты лосося поймал? Блядь, я его не потушил, сука. Стой, а кого нам нужно? Лесопилку ебать. Не-не-не, а кого лосось нам нужно поймать, блядь? Лосось. Секунду, блядь. Сейчас проверим, блядь, мою теорию. Не стреляй, блядь, подожди, спугнешь нахуй. Я вообще не ебу, как ловить лосось, блядь, в этой блядской игре. Ну, то это явно не на лосось, блядь, был. Хотя... Не, на форель больше было похоже. Рыба есть рыба. Здорово, заебал. Поехали, все, хуй с ним. Однохуйственно, что мы тут копаемся с тобой. Нихуя это делу не помогает. Я, блядь, понял, как ловить рыбу. Так. Ты спросил, как? Да, как ловить рыбу. Там надо кидать, блядь, удочку и потом подтягивать к себе потихоньку. Охуенно, тачка пропала. Я на крайний случай, блядь. Чьи слова, блядь, я на крайний случай. Пушка чисто на крайний случай, блядь. Ну это крайний был, это был крайний, блядь. Это пушка, она на крайний случай. Ой, пизда! Сказочный долбоёб.
Блять, я не успел ее починить. Сказочный долбай. Я не знал, что она въебет, блядь. Я горю, блядь. Пизда, ты такой сказочный долбай. Плохо, пизда просто. Садись. Блядь. Дурак, садись. Подожди, а кого въебало? Ой, подожди, тут женщина лежит, ее бы спасти надо. Дима ебаная, еще и своих съели. Шут, Горох, поехали. На тебя целятся уже. Да хуй бы с ним. Доедешь хоть. Подожди. Как нам проехать туда? На эту высоту ебучую. Кругаля, блядь. Задним ходом, ебать. Не, понял. Я бак там, я не пойду сюда. Догоняй его нахуй. Насрать нам еще будет говно. Да он все равно по нашей, блядь, это идет. Давай его нахуй тогда. Блять, он сейчас... Сука, заебал. Влад. А, блядь, да как оно убивает, блядь, моментально, нахуй. Влад. Влад. Да-да. Ты мудак? Вылезай эту пушку в салоне автомобиля, мудила. Тебя ничему жизнь не учит вообще? Ты дважды сжег меня и себя, сука. Влад, ты мудак. Еще и смеется обезьяна. Бля, не повезло, что-то не фартануло. Урон от огня, если вы горите, необходимо как можно быстрее сбить пламя, а в машине этого сделать нельзя, Влад. Мудак, Влад. Блядь. Ой, ты мудила. Вы мудилы. Тихо, больше не буду использовать. Где ее, блядь, поменять? Пизду, это, блядь, не оружие, это, блядь, убийство, нахуй. Это, блядь, смерть. С косой, блядь. Наконец-то ты понял, что ты мудила. Я потом ее поиспользую, блядь. Чего, мам? Выживальщики подавлены. Слишком многих они потеряли. Дерьмо! Поехали. Блять, не та кнопка, еще, блять! Пусти меня за руль, Дима. Я 40 лет за баранкой уже. О, смотри, вырвал, ёпта. Он сначала ебучего марсианина косплеит, блядь. Фильм с Ди Каприо или с кем там марсианин? С Райаном Рейнольдсом, кем? Ебать. Едет еще, сука, с Томом Крузом, блядь. С Томом Крузом. Бум. Ой, блядь. Том Круз, кукуруз. Просто вот мудила, блядь, ну. Ну не мудила ли, блядь? Хоть бы тебе ебало, блядь. Сейчас с пушкой едет, блядь, с этим, с пушкой Мози. Нахуй, понял, блядь. И хуй с тобой, ёпта, мне похуй, машина все равно не моя. Ебать, собака за нами, блядь, бежит. Поебать, а наша собака где? Она, блядь, потерялась, видимо. Блядь.
хочешь сказать, что у нас собака потерялась? Блять, видимо. Я предлагаю тогда кого-то другого будешь взять потом. Только же с собакой ходить. Банки едет, кидает, сука. Я в бинокль, блядь, смотрю, не доебешься. Ебать. Я прочитал не найдено новое место лось, блядь, а я прочитал лосось, блядь. Я уже все это видит, заёбты. Что, Клач Нельсон, поедем, блядь? Не, нам надо добить эту всю историю. Справедливо. Я пуля не долетела, сука. Тут у меня военные пробегают мимо меня. Эти ублюдки... Ебать, а чё так больно-то, блядь? Эти ублюдки новые. Так, а ты пошёл сразу рашить, что ли? Ну так у меня, блядь, всё равно нечем издали бить-то, блядь. Мне сказали, тут куча мужиков, парень. Я не вижу чужака. Подкрепление на подходе. Подкрепление на подходе вылетал. Да, я слышу. Все, вы яйца расстрелял. Дороги приближаются. Я какой-то ключ, блядь, взял. Кайф! Ну и кайф мы устроили тут только что. Я их просто со снайперки всех проснимал. Бум. Бум. О! Ебать, у нее лицо. Так кто? Он был сектантом освобожден, Владислав. Ладно, а? Здесь надо заканчивать, Владислав. Все. Алло. А то мы уже наиграли столько, что пиздец. Все. Но я пойду.